Открываем ей рот, открываем рот. Не надейтесь, что она сама возьмет. Ей это нафиг не нужно. Держать. Закрыли рот. И также контролируем новый предмет, новые ощущения. Держать. Забираем. Дай. Дали еду ей. Держать. Также далеко не надо, не убирайте далеко руку. Держать. 2 сантиметра вниз под челюсть, чтобы как только она попытается выплюнуть, сразу предотвратить это. Все, забираем. Дай. Дали еду ей. Держи. Вот, держать. Держать. Можно чуть шлепнуть. Держать. Главное, чтобы губы она не прикусила. Держать. Забираем. Да. Да. Даем еду. И тут же второй раз. Давай. Держать. Так. Держать. Все, отлично, забираем. Да. Да. Даем еду. Сидеть. Давай. Держать. О, да, ну-ка. Ну-ка, держать. Держать, Габи. Держать, кому сказал. Держать. Все. Держать. Сейчас подольше. Ну, возвращайте. То есть дольше мы вообще держим, а возврат руки к челюсти также часто. Держать. Молодец, держать. Так, забираем. Дай. Держать. Так, и та же самая схема. Одна рука снизу. Держать. Хорошо. Держать. Еще держим. Держать. Забираем. Дай. И еда. Если вам понравилось, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Спасибо.